Я спокойно надо похавать. Я сломал сверху блок. Ну что же? Отойди, отойди, отойди. Зачем лопату ты на него ломаешь? Зачем ты железную лопату скрафтил? А это она была. Иду, 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 спиной, спиной идут, спиной! Меня убьют! Меня убьют! Да, меня убьют. Там уже 100% было, потому что там так все неудобно было сделано. Еще порта спокойно. Он одел всю мою броню железную! Поступил. Я бью, бью, вы в кажи, чушь на просто. Да ты слева заходи, ну да ты чё? Я не могу, я тебя убью. Да там слева можно зайти, вот здесь ПВП отключено на сервере. Смотри, вот. А, вот ты мог тут с блока зайти снизу. Я убиваю, 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 я тоже бью. Все, отлично, убили. Все, отлично. Все, хорошо. Смотри, я был бы сверху, а ты бы зашел слева. Можно было так сделать. А я же тебя мог убить этим самым. Не, да у нас ПВП выключено на сервере, как бы ты убить. А что ты на меня говорил, типа, я тебя бью? Ну это там яд был, ты сам мне сказал, что это был яд. А ты говоришь, что это я тебя бью. Не говорил. То есть ты меня обманывал, да? Ну понятно, все с тобой. Я не говорил такого, ты чё? Да. Здесь где-то есть спавнер, нужно его найти обезвредить, иначе мы так и будем здесь умирать с тобой, потому что это вообще какой-то Unreal, реально. Так, я я не знаю, где спавнер, может он сверху где-нибудь? Может он сверху где-то. Ну только что зомби упал сверху. Я копаю сверху тебя, тут ничего нету. Вот он, прям здесь, стой! Ломаем? Нет, нет, освещаем, освещаем. Так их же тут и так, сломаем. Окей, я сломаю его. Сломал. Какой план? Еще где-то куча зомби, нужно найти еще спаунеры. Какие тут ачивки еще, вот смотри, нам нужно маз найти, по-любому. Рыбу еще можно сделать. Слушай, реально, давай сделаем удочку и половим рыбы. А, ну это хорошая идея, да. Все, короче, тогда сейчас пойдем наверх, да, или как? Да, иди наверх. Я пока буду разрывать дальше здесь карьеры и узнавать, что здесь еще есть. Окей, давай удачи тебе. Кажется, сундук открылся, нет, мы вот туда еще залутали. Так, подожди-ка. Спавни в клетке, конечно, не... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А, вот, осветило называется, ага. Нас чуть не убили они. Там еще один, там еще один спавнер, ты понимаешь? Тут не один спавнер, он на меня идут, я тут целую армию убиваю. Я тоже тут целую армию убиваю. Так, все, убил. Пипец, они просто идут и идут бесконечно, эти зомби, реально, у меня сейчас железный меч об них уже сломаю. Ты должен найти спавнер, чтобы этой проблемы избежать. Слушай, тут же еще наверху какие-то штуки открылись, может проверим потом? Ну это потом, нужно сначала еще больше ачивок сделать. Ёб твою матерь божья! Что там такое? Два скелета лучника, один в кожанке, зачарованным луком, зомби начали спавниться, я сломал факел! Нифига ты заорал, я чуть... Я ломаю спавнер зомбарей. Так, ладно, пофиг я... на него. Я они все равно сверху будут спавнить. Где-то еще сверху один спавнер, именно сверху. Может, лучше они... ломал еще те, которые ты освещаешь. Не, еще один сверху, прямо сверху, который мы не нашли. Ё-мо, тут какие-то лучники в кожаной броне с зачарованными луками. Я уже не могу говорить нормально, потому что это жесть какая-то. Кожаной броне. Где-то сверху есть этот спавнер, потому что они сверху падают, они не могут... Они спавнятся близ спавнера, понимаешь? Они не могут так... Почему... Почему ты спавнишься, проклятый скелет лучник? Ты же не должен спавниться. Ты же сделал хлеб, да? Я... Еще один скелет лучник, боже, мне сейчас тут жопу надерут. Так. А надо здесь все светить нафиг, все. Факел, стайл. Я вот сейчас поубивал их, да, реально все поделал и посвещал, и действительно звука стало меньше. Монстр. В общем, я крафчу удочку и начинаю рыбачить. Давай. А разве будет рыба, если я так в маленький исток воды буду рыбачить? Не знаю. Может, сделаем самодельный пруд какой-нибудь? Так сделай. Так у меня воды нет, Никей, сейчас я... Я, кстати, кожаные штаны выбил и лук. Слушай, может сделать бесконечный источник воды? Сделай. Вот, да, все, я сейчас сделаю, все. Зачем ты ведро скрафтил? А, нет, еще не скрафтил, не надо. У меня есть ведро. Ты принесешь мне или мне к тебе? Нет, ты спускайся ко мне, может мне тоже нужно твоя помощь. Ай. Не, короче, ладно, давай я лучше сделаю сам. Ну, просто окей. Опять спускаться вниз, это только времени потеряем. А железо у нас еще есть, так что. В общем, я сделал. Дигиданс. Так где находится этот спавнер? Я вот сейчас его ищу. Ищи. Только нахожу спавнер скелетов лучников и все. Пошел за водой вниз. А ведь найти его надо, потому что без него мы... Он его постоянно сверху спавнится, прыгать нас, десантироваться, это как бы будет... Десантироваться. Ты уже сказал. Ну да как это еще называется? Десантироваться. Алила. Школа мала.
Зомби в атаку. Так. Вон они уже все стоят, смотрят на меня, пока вот сверху копаюсь, еще спавнер. Возможно, даже и он и не здесь где-то. Так, я нашел воду. Не, здесь уже точно спавнер. Здесь где-то лучника было, но где же тогда их спавнер? Слушай, дай мне ведро, пожалуйста. Кажется, нашел какой-то сундук. Нет. Костя, Костя. Ведро, на. Спасибо. У нас еще есть какие-то пузырьки воды. Как нас, если бы может этих пузырьков воды, возможно, надо было что-то скрафтить там. Я может думаю, сварить что-нибудь такое, да? Жителя надо было, наверное, присуммонить. А у тебя. Где бы ты нашел химическую стойку? Ну, может быть, здесь дальше какие-то есть. Не знаю, не знаю. Мне кажется, автор не такой глупый, он бы не стал делать ачивки, которые. Типа, если убил зомби, то все уже не выполнишь. Мне кажется, там еще будет все хорошо. Конечно, и тут как дерьма этих зомбарей. Мне кажется, даже если мы их всех убьем, все равно откуда тут придут новые. Ну да, потому что это темно же. Нет, потому что автор говнор какой-то. Так, ладно, я поднимаюсь наверх делать. Не чтобы сделать что-то нормальное, но надо постоянно с какими-то зомбарями драться, я как будто на Мурена опять попал. Ну а чё? Мурена, это ж круто, ты сам говорил. Да, Мурена классно, но когда ты играешь за какой-то крутой класс, а не когда ты играешь за Стива, который бесполезен и слабак. Почему? А кстати, знаешь что, скины-то отображаются. Ну да, потому что это версия такая, которая нам нужна. Да, хорошо. Я прочитал заранее. А? Почитал. Чё, какую настройку надо выставить, чтобы скины отображались? Так, в общем, надо делать озеро. У нас вот есть такая функция, кстати. И вообще на этой версии снапшота они должны отображаться. У этих чуваков тоже отображались. В общем, я делаю прудик. Благодаря которому мы, в принципе, и нашли эту карту. Вот. Карта очень интересная, но пока что начинается вот именно тот момент, как я его называю во всех играх, момент задротства, где нужно вот тупо просто ломать. Фармить, да, да. А я зато нашел нам еще один сундук, кажись. Да, вот этот сундук мы точно с тобой не находили еще 100%. А нет, находили, лол. Мы его находили. Так. А, видимо, тут... мы где-то снизу его находили, да. Ёб твою мать! Что там такое? Я упал в самое пекло! Тебе помочь? Помочь умереть? Ну, выжить. Они как по конвейеру, слышишь, они как по конвейеру катятся здесь. Мне кажется, что-то еще не то делаю, потому что там... Хоть ладно, давай порыбачу. Золотой бронец, собака такой вышел, моднявый из зомбари. Red Stained Clay, что за бред? Я прорываюсь. Надо было почитать, что с этим монументом делать. Ну, это мы потом разберемся уже, я думаю. Мы все равно вряд ли сможем записываться до бесконечности. Когда-нибудь там точно остановимся, ребята, когда станет очень тяжело уже. Да. Маленький зомби пришел ко мне с лопатой в кожанке, с зачарованными модными мокасинами. Здесь реально очень тяжело начинает уже играть. И опять еще один мелкий, боже мой, сколько здесь мелких этих, она заделает за собой дыру, во, вот так вот. What the fuck, я набрал ведро воду и... И что? И она исчезла. Вода в ведре? Ведро пустое, просто выкинь ведро и выбери его еще раз. Да? Так, выкинул. Подобрал. Нифига. Ну, значит, иди за новой водой. Да я иду. Я тут бесконечно точек сделал, поэтому... Я что-то не могу понять, я делаю озеро такое, ну, более-менее большое, я закидываю удочку, она как-то вверх подлетает. А, ты слишком близко стоишь, надо было мне этим заняться, потому что я это уже делал. На скайблоке. А, да, ну, я тебе могу, короче, отдать просто удочку, я тут озеро сделал. Понимаешь, здесь очень напряженная ситуация, где я сейчас умру. А давай, может, я поменяемся местами, ты порыбачишь, а я пойду... Ну, понимаешь, здесь нужно вместе все это делать, вместе. Ну окей, тогда, короче, я тебя жду в этом. А, в принципе, пока расширение на полблока не сильно поможет, потому что там будет целый блок. Давай лучше иди вниз, срывы потом разберемся, потому что это, в принципе, сейчас не такое срочное задание. Я считаю, сейчас срочное задание это убить всех этих спавнеры сломать. Я сейчас, короче, стрелять сделал. Я сейчас занимаю одну небольшую комнатку, да. Я ее постепенно расширяю. И пытаюсь найти, где у них находятся спавнеры. Потому что здесь их уже очень много, реально, здесь очень много спавнеров. Ладно, короче, я иду к тебе. Давай. Так, спускаемся. Вперед. Не, карта на самом деле мне нравится. Карта прикольно сделана, я не спорю, но она немного задротская. Ну да, можно несколько серий все сделать, так что. Мы уже снимаем как минимум серии 3. Ну да. Вот, мы, ребята, играем за один раз пока что, но я думаю, все равно нас не хватит на... Вряд ли мы пройдем эту карту за один раз, потому что мы пока прошли очень маленькую часть. Да не, ты не прав, мы прошли уже довольно много. Если по чекам смотреть, мы уже прошли где-то половину, даже может быть больше. Так вот, ты... Алмазник! Зомби-алмазник! Еще и житель, ёпперный тень, как я его буду убивать? А, подожди, стоп, ты возродился? Я умер. А ты возродился? Да, возродился. А нужно было не возрождаться, я бы тебе телепортировался.
Так ты спросил, я нажал возвращаться. А, и сверху мы открыли один сундук. А ты помнишь, что ты сдох, да? Да, помню, конечно. Там зомби-алмазник, как это можно забыть? Так, окей, я, короче, там, где ты сдох, видимо. Не-не-не, что... ниже, дай мне кирку какую-нибудь. У меня одна. Ну, туда не прорыться, просто так, я тебе сразу скажу. Давайте помогу просто прорыться. Так, куда вниз, куда-нибудь, вниз, левее, хотя... Давай. Не-не-не, сюда, иди сюда, вот сюда обратно возвращайся, вот здесь был, вот здесь вот. Сюда, обратно. Так, я иду. Там, а, не, хотя вот туда. Ой-о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 й-
Бей, 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 убивай, убивай. Бью, бей, помогай мне. Я танкую, бью, я танкую, я что вру, но я танкую. А, тут зомби, этот кожа на броне зачарена. Зомби-алмазники, если ты про зомби зачаренного говоришь. Все, так, телепортируйся ко мне. Я сдох, но я не возрождаюсь. Я телепортнулся, давай, теперь ты телепортируйся ко мне. А ты мне можешь шопнуть наконец уже, а? Потом, потом, я тебя портну. Окей. Так, что у меня есть броня? Что, мне рукой убить? Сейчас я затащу. Давай, давай, давай. Мне просто нужно было, видишь, когда ты чувак меня убил только потому, что я вот это, был не подготовлен. А, я руками не убил. Все, я нашел то место, где я умер. Куча шмота, быстрее. Погоди, нужно шмот забрать, иначе мы если мы просто не нашли шмот, то будет очень плохо. Ты его убьешь? Давай, смотри. Все, убил. Теперь знаешь, поможешь? Не-не-не. Так, давай убиваем, мы сейчас заставим здесь проход и будем это сидеть. Чешуница пришла, собака, убить ее, все убил. Так, дай закрою, закрою, все, иди сюда, иди сюда. Не, там не тусуйся, сейчас я тебе все скину. Так, на нагрудник, ботинки, это было мое. Так, это твой меч, это твоя кирка. Лук мой. А, вот надо еще штанишки себе возьми. Спасибо. Тут твое, 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 твое. Что еще еды? Хотя бы пофиг. Вот на еды. Спасибо. Вот этих блоков возьми, они очень важны для нас с тобой. В общем, мне уже хватит. Спасибо. Так, короче, смотри, нам нужно куда? Нам нужно вот сюда, там вот этот спавнер находится. Так, я пошел, да в чё, в другую сторону, зачем копаешь? Ну, где? Если мы сейчас две стороны опять раскопаем, с двух сторон два алмазника зайдет и все. Ты закрывай такие мелкие дырки, потому что здесь есть это. Да где сидеть, зомби маленький алмазник может прийти. Так, что-то не понимаю, где они находятся. Ой, ты пролил воду. Я так. Сейчас исчез, она исчезнет. Я закрывал. Тихо. Отлично, убеди. Так, дальше. А, смотри, пацана. Сундук пустой, да. Я там была золотая мотыга. Нужно искать, где у них спаунер находится. Так, тут уже барьер стоит. Сзади, зашел сзади. Он где-то здесь в центре, сзади. Нужно сейчас разрывать, это очень быстро. Все, у тебя есть кирка, быстрее так, роем. Вот он, мне кажется, он таз. Да, я нашел. Ломаю его. Ну, смотри, мне нужно прокатиться. Подожди. Так. Их там куча. Их там целая армия. А где спавнер? Где спавнер? Я не знаю, но я думал, что раз их так много, значит он. Да спавнер. Нет, это там может быть что-то другое. Закрой здесь, они все равно через барьеры не могут пройти. Я думал, что. Стороны золотые лежат. Я заставил драться друг с другом. Ну, как обычно, я же мастер в этом деле. Я забрал штаны золотые, иди сюда, иди дома. Ой, возьми себе. Так, хорошо, нам смотри, что нужно сделать. Нам нужно прорваться на... Вот они с левой стороны идут, наши зомби, которые около нас спавнятся. Нам нужно уже ачивки выполнять, потому что мы так просто здесь копаемся. Понимаешь, нам все равно их не выполнить, нам все равно это нужно будет сделать. Ачивки мы успеем еще выполнить. А что ты собираешься делать? Не понимаете. Нужно убить зомбаря. Убить их, спавнер сломать. И что? И это даст нам то, что мы сможем нормально передвигаться, они не будут нас убивать, мы не будем постоянно портаться, понимаешь? Он завис. Сзади заходит, я убью. Вот, смотри, их там куча. Ой-ой-ой-ой. Мне кажется, просто спавнер находится за барьером, поэтому мы не можем к нему подойти. Я прорыл, конечно, там идут. Так, нужно сделать так, чтобы они, значит, не могли к нам пройти. Нет. А раньше спавнер. Уйди туда сюда, Жень. Ну ладно, мы пока закроем это дело. Не, мне кажется, спавнер где-то и здесь есть еще. Надо подумать, куда они к нам приходят. Нет, смотри, барьер за барьером, по-любому спавнер за барьером, потому что мы тут уже все раскопали. И тут уже, по сути, да нет, я уже не слушаю рядом со мной кого-то. Ага, ты слышишь, походу. Я сейчас умру. Так. Я не умер, отлично. Так. О, смотри, зачарованная книга, горящая стрела 1 и куча наггетсов. Все, я забираю. Так, бери. Ну и пошли наверх. Пошли наверх на базу отрегенимся, там все сделаем. Так, хорошо, ладно. Я танкую, потому что если ты пойдешь первый, тебя могут убить.
Сундук, я паркур сделал. Да подожди наверх, быстрее, какой сундук, сундук, я же там убью, я уже ушел. Сундук этот, закончилось место в сундуке. В каком сундуке? В который наверху. Так, окей, бери. Я забрал все. Так, я поднимаюсь, поднимаюсь, куда-то поднимаюсь, к тебе поднимаюсь. Где? Пец. Новый путь нашел домой. Ага, вижу. Срезал так, блин, погоди. Вода. Вода, вот нам в воду постоянно булыжников заставлять. Угу. Так, все, так зачем здесь сломал блок? Ну ладно. Я еще не помню, зачем я здесь сломал блок. Ой, может, так давай. Аккуратненько, аккуратненько проходим, все, ну тут дальше уже хата. Хата наша с тобой, хата, можно вообще сделать даже лестницы такие, чтобы, знаешь, быстрее, чтобы не прыгать, не тебе голод не тратить. Можно сделать лестницы. Вот, позадротить, сделать все-таки это нашу карту, сделать ее красивенькой. Да, в принципе, можно, но только потом, когда мы уже разживемся так. О, погоди, грибочки. Отлично, я поднимаюсь дальше. Давай. А что, видишь, каждый раз нам было бы таки быстрее подниматься, сделать нормальную лестницу уже вниз. У нас, в принципе, блоков много можно сделать, ну, я имею в виду булыжника. Да и железо у нас с тобой нормально, в принципе. Хотя вот с деревом не знаю, что делать. С деревом нормально, все там в шахте еще можно подбывать, его там достаточно. Хватит. Тут еще, подожди, тут где-то был сундук, он. Мы до него сможем уже дойти? Где-то... Не-не, пока еще не сможем, он там левее. Окей, окей. Вот там вот он находится, погоди, сейчас я тебе покажу. Вот там где-то нет. А, вот там слева, вот он. Вот там вот он находится. Mm-hmm. Мне кажется, даже если мы все ачивки сделаем, мы до него дойти не сможем. Либо есть второй вариант, то что когда все ачивки... А, я знаю, зачем этот сундук нужен. Погоди, у тебя есть стрелы с собой? У меня есть лук. На прочность один выпал. Какие предложения? Сейчас что-нибудь попробую сделать. А, это спавнер пауков, отходим. Ходим, ходим. Все, пойдем домой, короче. Да. Ой, он за нами бежит. Ой, хреневший паук. Сейчас умрешь от него, давай пошли вверх. Так, где тут проход-то? Так, паркурим, 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 паркурим. Так, сколько у тебя золотых накинь все мне? Я скинул все в... О, стоп. А, вот они, да. 24, сейчас попробуем что-нибудь сделать. У меня еще были свои. Мне кажется, там хватит. Да, нам еще чуть-чуть не хватает. Буквально пару наггетсов. И будет золотое яблоко, да? Правильно? Да. Нам нужно, знаешь, что сделать? Удочку я положил в сундук. Возьми ее в большом сундуке. Пойдем наверх. Это я не знаю, хватит этого или нет, но вроде бы должно хватить. Погоди, давай сначала выловлю рыбу. Если... А так. Не, смотри, я тут сделал. Зачем? Чтоб. Ну, иди сюда. Мне кажется, ты там не сможешь выловить. Окей, давай, где? Ну, я тут сделал поводь. И я бы там смог выловить. Разве я просто сделал? Боже, зачем ты здесь сделал? Не знаю, чтобы тебе было удобнее. Что, ловится? Ну, дождай. Ждем. Рыба, 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 рыба. Ты пошел бы чем-нибудь лучше поделать для там это переплавы, железо, чем-нибудь что. Окей, пойдем. Так. А, железо. А у нас где-то есть железо не переплавы. А, вот 8 штук есть, вижу. Совы. Так, сундучки. Сундук поставил. Что, есть контакт с рыбой? Да, я вижу, как она плескается, либо это дождь идет. Дождь? Как ты можешь увидеть дождь? Мы же под землей. Тогда я вот тоже не могу понять, как это все происходит. Не знаю, не знаю. Ой-ой-ой, вода льется. Что там на твоем? Немножечко прокопался. Мне нужно ведро. Ведро там тоже в сундуке, сейчас тебе притащу. Давай. Это вот два ведра. А воду набрать? Набери. Окей. Сейчас. В одно и во второе. Все, бегу. Давай. На и на. Какое-то озеро странное получилось, сам ты дели. А ты разве... Не, стоп, а ты нужно же бабуль... Ну окей, ладно, как хочешь. Сделать его, оно у тебя просто течет, понимаешь? Но не должно течь. Он должно быть вот таким вот. Ну окей, давай попробуем.